У острого дня, господа нажиманы, с вами снова Алексей Пономарев и новости про Найфест. Причем даже не острого дня, господа нажиманы, а острого дня, граждане коллеги. Ну и в принципе все те, кто хоть как-то связан с миром ножей, спорта, стрельбы, туризма и прочих околомужских штуковин. Друзья мои, коллеги, в первую очередь, сейчас я вас агитирую участвовать в Найфесте. Что такое Найфест? Найфест – это новое фестивальное движение, которое включает в себя стрельбу, спортивные дисциплины, спортивный рез каната на скорость, рубку, мачете, прочие ножевые челленджи, обучение людей всяким премудростям и, в принципе, вовлечение молодежи во все вот те самые мужские увлечения, которыми мы с вами так аккуратненько гордимся. Так вот, если у вас есть интернет-магазин, если у вас есть офлайновый магазин, если вы производитель, самое главное, к вам я обращаюсь в первую очередь, если вы шьете подсумки, вы делаете ремни, у вас там, я не знаю, какое-то кожевенное производство свое, если вы делаете тюнинг на стрелковое оружие, на какое-то страйкбольное оружие, занимаетесь спортивными девайсами, обязательно подумайте о том, чтобы участвовать в наших Найфестах. Люди, которые приходят, посещают наши мероприятия, должны иметь возможность с вами пообщаться, потрогать это все в руках и при желании приобрести. На Найфесте 4, который будет уже вот-вот 13 апреля в Москве, у нас, естественно, будет много всего. Но у нас еще полторы недели, и некоторые из вас могут успеть и встать на этот Найфест 4 тоже. С ножами, с тюнингом, с фонариками, с чем угодно. Подумайте, если это тот формат мероприятий, который вам интересен, то лучше с нами начать сотрудничать уже сейчас. Это уже четвертый Найфест. В этом году, скорее всего, пройдет еще парочка в Санкт-Петербурге и в Москве. А в следующем году это будет очень поточное мероприятие, направленное на расширение, и будем потихоньку двигаться по остальным городам. Это интересно, это клево. Наша главная задача — сделать мероприятие, на котором не будет, вот не будет никогда торговли колбасой, медом, маслом и прочим, вот во что превратились оружейные, охотничьи, рыболовные выставки. Почему мы так прёмся от выставки ИВА в Германии? Почему такая крутая считается Arms Hunting в Москве в Гостином дворе? Потому что там нет колбасы, меда и соленой рыбы. Давайте сделаем так, чтобы, приходя на мужское мероприятие, люди занимались мужскими делами. Давайте немножко подрихтуем культуру всего этого и создадим вместе. Мы с вами, вы с нами. Вот то, за что будет не стыдно. Давайте сделаем новое направление, давайте сделаем его вместе. Под этим видео будет очень крупно и внятно написана электронная почта, на которую можно скинуть свои контакты, предложить какие-то свои услуги, и ответом на ваше письмо будет условие, на которых мы готовы принять вас на Найфест 4, Найфест 5 и так далее. Очень и очень зову вас всех сотрудничать с нами в этом непростом, но очень и очень увлекательном деле. С вами снова был Алексей Пономарев, рассказывал интересные пономаревости про Найфест. И очень жду от вас партнерских заявок.